Игра возобновлена. Зададим им жару! Смерть на пороге! Есть, сэр! Дадим им жару! Время действовать! Дадим им жару! Да! Сейчас рванет! Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стирозина. Сейчас рванет! Давно бы так! Что за спешка? Задавим их интеллектом! Зададим им жару! Что стряслось? Ложись! Зададим им жару! Я уже заждался. Выкладывай. Да, да. Ага, я вляпался. Время действовать! Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стирозина. Что происходит? Смерть на пороге! Ага! Я вляпался!
опасен. Кого подлатать? Смерть на пороге. До приказа. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов. Смерть на пороге. На связи. Смерть на пороге. На связи. Смерть на пороге. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стирозина. Месторождение минералов выработано. Вооружен и опасен! Месторождение минералов выработано. Кого подлатать? А, я вляпался! Лев на связи. Я уже заждался! Выполняю! Кому навешать? Ага. Клев на связи. Доктора вызывали? Клев на связи. Кто на новенького? Месторождение минералов выработано. Доктора вызывали? Сделано. Отбой! Места мало! Доктора вызывали?
Кого подлатать? Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стирозином. Приказы будут! Доктора вызывали? Есть работенка! Нас тут выносят! Доктора вызывали? Я уже дождался! Почему бы и нет? Месторождение минералов выработано. Отлично! Что стряслось? Вооружен и опасен! Кого подлатать? Ну да, конечно. Мистер Виспеновый гейзер иссяк. Чего пугаешь? Ага. Первая канистра у меня, сэр. Везу ее на ближайшую базу. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стирозином. Отлично. Вот и первая канистра. База атакована. Что происходит? Есть работенка.
Есть? Давай, удиви меня! Приказ получен! Еще бы! Точняк! Круто! Давно бы так! Все понятно. Выполняю. Почему бы и не? Наши КСМ атакованы. Вас понял. Виспеновый гейзер. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стирозином. Я вляпался! Есть! Нас тут выносят! Так точно, сэр! Бегу, марш! Прочь с дороги! Приказ получен! Выполняю! Давно бы так!
Понятно! Отлично! Прочь с дороги! Улучшение завершено. Долдаримы не выдержали вашего натиска. Они отступают. Отличная работа, сэр. А вот и последняя канистра. Сваливаем, ребята. Похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков они использовали Джорий и Тирозин. Все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Ну, попробуй. Я повторяю, погибли тысячи людей. Произошедший несколько часов назад взрыв на военном заводе Доминиона вызвал цепную реакцию, в результате которой несколько кварталов жилого района, где проживали семьи рабочих, были стерты с лица земли. Служба безопасности Доминиона утверждает, что это был теракт, совершенный повстанческой группировкой Джима Рейнера. Но наше собственное расследование указывает на то, что на территорию завода проникли агенты с уникальными способностями к маскировке. В связи с чем напрашивается вопрос, могут ли беглые призраки, о которых мы упоминали ранее, все еще представлять угрозу? Кейт Локвилл, специально для UNN из центрального мира Нефер 2. Все еще не доверяешь мне, брат? Пока не определишься, обсуждать нечего. Это Тош, чертов псих, Джимми. Вечно мычит себе что-то под нос и цацкается со своими куклами. Ну и ладно, разнообразие вносит. Кто-то же должен компенсировать твою утонченность и изящные манеры. Да он же ненормальный, братуха. Я понимаю, что иногда у всех немного сносит башню, но тут случай особый. У него явно не все шестеренки на месте. Ты знаешь, к кому обратиться?
По вашей просьбе я провела исследование проб тирозина. Похоже, что это типичный веспен с весьма необычными органическими примесями. Для чего он может использоваться? Газ определенно влияет на химические процессы в мозге. Думаю, его можно применять в качестве наркотика или стимулятора. Наркотика, говорите? Просто чудесно. Что скажешь об этой зашифрованной передаче? Честно говоря, я не знаю, сэр. Если тоже действительно фантом, то понятно, почему Менгск пытается вас стравить. Но ведь и тоже явно что-то скрывает. Если мы хотим победы революции... Ты прав. Мы должны быть уверены в своих союзниках.
Сириусом нужно доставить еще один артефакт с мертвой планеты Ксил. Они уже посылали за ним команду специалистов, но пару дней назад те перестали выходить на связь. Думаю, им просто не повезло. Но мы все равно выбьем себе прибавку за вредность. Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации – полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в Мертвецком порту. Ненадежный тип, но он единственный, кто сможет взломать этот код. Вот, собственно. Морг, а не планета. Все обитатели этих руин отдали Богу душу много миллионов лет назад. Перед тем, как связь пропала, разведкоманда Мёбиуса успела доложить об излучении, которое исходит вон от той каменной громады. Чтобы извлечь артефакт, ученые даже притащили чумовую лазерную установку. Лазерную установку? Это не установка, а монстр какой-то. Если в распоряжении разведкоманды была такая техника, боюсь предположить, что могло стать причиной их гибели. Думаю, скоро мы это узнаем, партнер. Будьте начеку. Мы не знаем, кто их убил. Только свистни. Давай, удиви меня! Отлично! Опять тираны-грабители! Священные тайны этого места не предназначены для чужаков. Вы заплатите за вторжение своими жизнями. Так, теперь мы знаем, что случилось. Папа, так! Стоять! Если мы сунемся к протосским пушкам, от нас мокрого места не останется. Свон, ты обещал осадные танки, где они? Не суетись, горячая твоя голова. Сейчас будут. Пушки с безопасного расстояния. Эти осадные танки работают по старому принципу. В режиме осады бьют дальше и мощнее. Но в режиме осады они не могут передвигаться. Если захочешь их переместить, включи режим танка. Все ясно. Приказы будут? Так точно, сэр. Жду не дождусь. Окей. Так точно. Нужно установить танки на возвышенности. Они разнесут этого сталкера в клочья раньше, чем он дойдет до нас. Где воронку делать будем? Сколько можно сидеть без дела? Точно! Полный ход! Положись на меня! Куда стрелять? Кому навешать? Бегом, марш!
с дороги! Что такое? Хочу! Ну, вперед! Задавим их интеллектом! Понятно! Получим доступ к локальной сети базы фонда Мёбиуса. Расшифровка кодов безопасности. Передаю вам контроль над строениями базы. Зажигай! 174 гигаватта. Вся мощь солнца у нас в руках. Направляй эту штуку на ворота. И поехали. Установка в хорошем состоянии. Чтобы просверлить ворота, потребуется некоторое время. Но иного способа попасть в храм у нас нет. Сэр, Толдаримы мобилизуют войска для атаки. Организуем защитный периметр и обороняем установку, пока не доберемся до артефакта. Хорошо, что у нас есть осадные танки. А? Есть работенка. Чем порадуешь? Я не ищу легких путей! Окружите установку бункерами и осадными танками. Если ее разрушат, нам никогда не добраться до артефакта. Вооружен и опасен. СМ готов. Где воронку делать будем? Куда стрелять? СМ готов. Сэр, я получил доступ к тому, что осталось от сенсорной сети Мёбиуса. Я загружу данные на карту, чтобы вы знали, чего ждать от Толдаримов. СМ готов!
Что стряслось? Будет сделано. Пристройка завершена. ТСМ готов. Полный вперед! Соло на ударных! ТСМ готов. Улучшение завершено. Танк на марше! Выкладывай! Приказ получен! Архонты. Если они подойдут достаточно близко, наши люди не выстоят. Перевожу лазерный бур в режим ручного управления. Можете использовать его для уничтожения протосов. Слышали? Разворачивайте лазер. Так мы сможем отогнать Талдаримов. Все по-взрослому. Улучшение завершено. Недостаточно Веспена. А? А? Чего? Кого подлатать? Выкладывай. Эй! А? Лазерный бур пробил внешний уровень защиты. Время действовать. ТСМ готов. Клев на связи. ТСМ готов. Доктора вызывали?
Лев на связи. Еду. Доктора вызывали? Что происходит? Что стряслось? Тревога. Приближаются воздушные войска противника. Черт подери. Это не просто корабли, это транспорт. Сбивайте их лазером. Доктора вызывали? Клев на связи. Доктора вызывали? Что происходит? Ура! Сверху рочь! Пошло-поехало! Доктора вызывали? Клев на связи. Я обнаружил излучение от нескольких протосских реликвий. Я отметил их местоположение на вашей карте. Ну, если будет время, мы можем разнести хранилище лазером и забрать реликвии. Вот Стэтман обрадуется. Клев на связи. Получен.
месторождение минералов выработано. Лазерный бур пробивает тепловой барьер главных врат. Все понятно. Брось дороги! Улучшение завершено. Почему бы и нет? На подходе еще корабли. Нужно сбить их, иначе протосы высадятся прямо нам на головы. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Полный вперед! Месторождение минералов выработано. Вооруженные! Улучшение завершено. Требуется помощь. Время действовать. А?
можно сидеть без дела! А? Чего пугаешь? За делом? Жесть на меня! Кругом враги! База атакована. Улучшение завершено. Говори. Приказы будут? Тепловой барьер пробит. Лазерный бур.